Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Деяний святых апостолов. И сегодня мы будем читать 26 главу этой книги. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Что значит простерши руку? Вот здесь мы видим, что апостол Павел э, владел риторическими приемами, используя те жесты, которые были приняты в те времена. Кстати, э, риторический жест ⁇ это перстосложение. Оно означает я верую в Бога Человечество Христа Иисуса. Или перстосложение, я верую в Святую Троицу. В Древней Церкви это были риторические знаки. Или Пять, я верую в пять ран Иисуса Христа, что из них источается мое спасение. Или э, жезл с пальцем направленным вверх, я верую в Божественное единство в Древней Церкви все эти риторические жесты, они использовались. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Но здесь сам апостол Павел подтверждает, что Агриппа разбирается в обычаях и спорных мнениях иудеев. Спорные мнения – это разные школы внутри иудаизма. Самая известная школа – это школа Шамая и Гелеля. И вот Агриппа был посвящен как бы во все тонкости тех дискусов, которые существовали между разными школами. Далее, с 4 по 23 стих, апостол Павел пересказывает свою историю. Мы ее уже рассматривали по тексту книги Деяния святых апостолов. Теперь обращаемся к 24 стиху. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Вот здесь мы видим, что Фест, даже обвиняя Павла, не отказывает ему в большой учености. «Нет, достопочтенный Фест», — сказал он, то есть Павел. «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело». Здесь он отсылает Феста к авторитету Агриппы, который лучше разбирается в тонкостях иудаизма. «Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило, то есть эти споры между иудеями и христианами. Веришь ли, царь Агриппа, пророком? Знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Здесь мы видим, что Агриппе известно это наименование верующих в Иисуса Христа христиане. И если иудеи называют э, христиан представителями Назарейской ереси, то Агриппа э, воспроизводит само наименование христиан, когда он говорит, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Но сделаться христианином для такого человека, как Агриппа, это значит э, принять э, ту нравственность и мораль, которая вообще не вписывалась в его а, образ жизни. Поэтому некий скепсис а, в его ответе. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. То есть кроме этих ограничений. Когда он сказал это, царь и правитель Вероника и сидевшие с ними встали и отойдя в сторону говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю. То есть, если бы Павел не потребовал суда кесаря, то он был бы освобожден прямо в этот момент и продолжил бы свое служение. Кесарь, то есть представитель высшей государственной власти, это не та инстанция, который может кому-то помочь. Помните, евреи кричали, нет над нами царя кроме Кесаря. И чем все это кончилось? Кончилось тем, что войска Кесаря окружили Иерусалим, уничтожили этот город и проботили весь еврейский народ. И сколько людей погибло во время первой иудейской войны, а потом во время второй иудейской войны. В случае с Павлом это все оканчивается смертной казнью в Риме. Но, как в своем послании учит апостол Петр, нам не надо чуждаться огненных гонений, а принимать их с охотностью, как приключение желательное для нас. Понимал ли Павел, что когда он стал апеллировать к суду Кесаря, он как бы согласился с тем, что его голгофа будет в Риме или нет. Мы не знаем. Но Господь, когда раскрыл ему, что он пойдет в Рим, сказал ⁇ Дерзай ⁇ Может быть это то дерзание, о котором Христос сам говорит в Нагорной проповеди. ⁇ Радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас, поносить всячески меня ⁇ ради. Ибо, как говорит тот же Христос, наш Божественный Учитель, претерпевший до конца, спасется.